однажды. О работе школы гражданской активности, которую Союз женщин России только что завершил в Москве, говорили сегодня на Авторадио. Руководитель областного отделения Союза Ольга Михна рассказала, что в дискуссиях школы обсуждалось участие женщин в реализации национального проекта образования. Делегаты от 50 регионов страны обменялись своими практиками работы со школьниками. Мы даже упредили немножко, я приехала туда уже с идеей. Mm-hmm. Мы буквально с завтрашнего дня начинаем реализовывать проект у нас на территории области в рамках национального проекта образования, областной межведомственный проект «Жить». Он направлен на реализацию комплекса семинаров по предупреждению суицидов и деструктивного поведения детей. Кроме участия в работе школы, Ольга Михна встретилась в Совете Федерации с сенатором от ЯО Юрием Валяевым. Юрий Константинович интересовался работой Союза женщин в нашей области, а узнав о проекте «Посылка из дома» по сбору средств и вещей для бойцов, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, внес значительный вклад в фонд проекта. Подробности в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.